Обзор электросамоката Kuga S3 белого цвета. Вот это вот мотор-колесо. Здесь вот дисплей цветной, вот это фара. Тут вот рычаг тормоза, здесь рычаг газа. Руль поднимается, опускается вот тут вот, в этом месте. Вот как пример. Батарея находится вот в этом отсеке. Это подставочка. Вот так он стоит на подставке. Вот он в сложенном состоянии. Здесь вот в этом месте можно взять его и нести. Мотор-колесо на 350 Вт. Заряда батареи хватает на 25 км. Максимальная скорость 35 км в час развивает. Это передний амортизатор, чтобы когда прыгает, где-то на каких-то небольших неровностях, не было большой вибрации в руки. Здесь вот можно что-нибудь повешать. Этот же крючок вот сюда вот закрепляется, когда его складываете. Тормозить либо ногой, вот здесь вот механически нажимая вот здесь вот, либо вот этот рычажок, тогда мотор-колесо тормозится, электрическая часть. Заряжается он 4 часа от обычной розетки, подключайте зарядник вот сюда вот, и 4 часа, и он заряжен, и можно опять ехать. Перед тем, как эксплуатировать, желательно сделать гидроизоляцию, это вот в этом месте. Пластиковая крышечка, вот болтики откручиваются вот эти вот, она снимается, ее загерметизировать, и вот там вот снизу, под низом, тоже ее снять, загерметизировать, ну либо снаружи, если все чистое, обезжирить и снаружи герметиком промазать. А так как тут вот стоит батарея и на ней есть наклейка, если наклейка поменяет цвета, а она меняет цвет от воды, то гарантия будет снята. Вес человека 120 килограмм он может перевести, то есть это можно либо с ребенком, если небольшой вес взрослого, либо с рюкзаком, если крупный взрослый, то можно даже с рюкзаком ездить. Складывается, вот ногой нажимается на вот этот рычажок, и он складывается, складывается удобно. Когда сложили, можно либо нести его на руках, либо взять и вести как багаж, как чемодан на вот этом колесе. Вот включается фара. Светит ночью, ночью тоже удобно ездить. Если берете ребенку, то необходимо на программном уровне сменить ограничение, сделать, чтобы он быстро не разгонялся. Для ребенка 15 км максимум, но хватит и 10, и 5 км, в зависимости от того, какого возраста ребенок. Так как к скорости привыкаешь очень быстро и не понимаешь, что едешь на самом деле очень быстро, и можно, когда с него сходишь, упасть. Поэтому скорость нужно ограничивать родителям. Даже если ребенок скажет, что он все контролирует, нет, он не сможет все контролировать. К скорости привыкаешь очень быстро. И на скорости 30 км в час кажется, что идешь пешком. Но если в этот момент сойти, то будет очень больно по ногам, и можно упасть и повредиться. В описании ссылка, вы можете подробнее узнать о самокате и приобрести его. Ставьте лайк, в комментарии пишите, понравился вам самокат или нет, какой вы хотите самокат, этот или другой. И также подписывайтесь на канал. Всем бобра!